На берегу реки Снежка в 25 километрах от Брянска в живописном лесу, недалеко от мужского монастыря, расположился детский белобережский санаторий. Когда-то на этом месте находился пионерский лагерь «Факел». Силами областных властей нашлись спонсоры, благодаря которым 5 лет назад и основалось здесь это лечебное учреждение. В санатории отдыхают и поправляют здоровье дети со всей Брянской области. Таким уровнем пока ни одно оздоровительное место похвастаться не может. Рассчитан санаторий на 150 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 15 лет, страдающих заболеваниями пищеварения, почек, нервной системы и опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В этом физкультурном комплексе есть спортивный зал для лечебной физкультуры. Заниматься одновременно здесь могут до 20 человек. Этажом выше расположились массажная кровать «Нуга Бест» и массажное кресло. Как правило, на эти процедуры дети ходят с особым удовольствием на протяжении всей смены, то есть в течение 21 дня. Особая гордость санатория – бассейн. Здесь проводятся занятия по лечебному плаванию. Тех, кто боится воды или не умеет плавать, всему обучит профессиональный инструктор. Сейчас век гиподинамии, детки очень ленивые. И все вот эти проблемы с нарушением осанки, сколиоза, все это идет от того, что в основном сидят за компьютерами, вот, мало двигаются. Поэтому, конечно, занятия физкультурой, лечебной физкультурой должны быть и иметь место. Санаторий оснащен самым современным оборудованием. Отдыхающие получают весь комплекс лечебно-оздоровительных процедур, многих из которых нет даже в крупных медучреждениях области. Это и подводный душ-массаж, где ребята расслабляются и благодаря напору воды возвращают мышцы в тонус, и фитобар, где можно восстановить организм кислородными коктейлями и травяными сборами. Каждому индивидуальный подход. У нас работают хорошие врачи, специалисты опытные. По показаниям каждого ребенка осматриваем в начале заезда и назначается лечение по его заболеванию и, конечно, индивидуальный подход. Родители могут быть спокойны, их чадо под чутким наблюдением квалифицированных докторов. А это 4 педиатра, врачи, кардиолог и физиотерапевт, лор-врач, стоматолог и медсестры с большим стажем работы. Администрация Брянской области и департамент здравоохранения оказывают очень большое помощь в развитии нашего санатория. Значит, на сегодняшний день мы включены в федеральную программу на 2011-2012 год по дальнейшему развитию и благоустройству нашего санатория. Планируется на следующие года это строительство капитальных гаражей для техники нашей, потому что она на сегодняшний день у нас на улице стоит. Открытие питьевого бювета. У нас есть минеральная скважина. Минеральная вода приравнена к железноводской воде, но нет наружного бювета, где бы дети могли принимать эту воду. В будущем на территории санатория планируют построить 6 домиков, где будут лечиться как дети, кстати, моложе 7 лет, так и их родители. Ведь спрос на оздоровление именно в этом санатории растет год от года. Татьяна Глазова, Дмитрий Комаров. События. Брянский район.